Вопросы подготовки кадрового потенциала для развития республики сегодня обсуждали на конференции Российской академии народного хозяйства. Ключевая задача – выстроить эффективный образовательный процесс в вузах и мотивировать будущих управленцев. Какие возможности открываются перед молодыми лидерами Чувашии? Об этом рассказал в Рио главы региона. Профессоры, аспиранты и студенты на удаленной связи. Но даже находясь дома, многие из них надели деловые костюмы. Статус международной конференции обязывает. Тема повестки дня крайне важная, отметил Олег Николаев. Будущее региона зависит только от того, кто его поведет вперед. Отбор молодых лидеров в республике начался. По инициативе в Рио главы Чувашии стартовала программа формирования резерва управленческих кадров. Это аналог лидеров России. То есть мы для себя определили, что тот формат организации работы по подбору кадров в рамках программы «Лидеры России», он достаточно интересен. У нас два проекта. Это управленческая команда и молодые лидеры или молодая управленческая команда. Они как раз тоже основаны вот на тех же самых принципах. Но самое главное, ведь любое дело надо продолжить. А продолжать работу в плане формирования кадрового резерва, конечно же, надо прежде всего в части поддержание уровня компетенций через постоянное повышение квалификации. И здесь на первый план выходит взаимодействие правительства региона с вузом, отвечающим за подготовку управленцев. Задачи для молодых лидеров продиктованы национальными проектами. Каждый из этих проектов обеспечен конкретными финансовыми ресурсами. В рамках их реализации намечены очень множество объектов и направлений, и в связи с этим мы, конечно же, нацелены на то, чтобы, используя все эти ресурсы, качественно преобразовать жизнь в Чувашской республике и обеспечивать реальные изменения условий и качества проживания людей через поступательные действия, через целеустремленность, через самоотдачу и открытость можно на самом деле достигать, с одной стороны, больших дел, с другой стороны, это будет оценено и современниками, и последователями. А среда, в которой действует филиал президентской академии, она, конечно, очень многогранна и состоит из нескольких уровней. Безусловно, мы взаимодействуем в вертикальном ключе с нашим главным кампусом, с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Это взаимодействие также достаточно структурировано, и для нас в регионе во многом выигрышно. Энергию молодежи необходимо направить на нужное русло, считает Олег Николаев. Вкладывая ресурсы в подготовку кадров, местные власти могут перенять и неплохие идеи. Регистрация участников конкурсов управленцев началась накануне. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.